Пенсионерке Тамаре Федоровне Макаровой 74 года. С самого начала пандемии к рекомендациям врачей она относилась очень серьезно. Я соблюдала все правила. В период пандемии я сидела дома, на самоизоляции. Полтора года никуда не выходила. Где именно она заразилась, Тамара Федоровна сказать наверняка не может. Когда температура поднялась за 40, ее привезли в стационар. В течение нескольких дней за ней наблюдали медики, сделали две компьютерных томографии легких. Обе, как говорят врачи, чистые. Она уже было собиралась домой, но пришел тест ПЦР положительный. Но потом у меня поднялась высокая температура, которая не снижалась дня 3-4. Потом меня поместили в реанимацию. В реанимации я была 10 дней. Все эти дни Тамара Федоровна провела, подключенная к аппарату ИВЛ. Врачи следили за ее состоянием и сделали все возможное, чтобы пенсионерка выздоровела. Вспоминая это время, женщина не может сдержать слез. Конечно, мне было очень тяжело. Но низкий поклон врачам, всему обслуживающему персоналу. Все ко мне. Подключите пока. До победы над коронавирусной инфекцией еще далеко, и врачи не устают предупреждать. Необходимо и сейчас соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах носить перчатки и маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Но лучший способ обезопасить себя и своих близких – прививка от ковид. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.